Эрнст Иоганн Берон. Кто это такой и как он относится к эпохе дворцовых переворотов? Сейчас о нем поговорим, но пока что же такое эпоха дворцовых переворотов? После смерти Петра I не осталось конкретного наследника по указу о престолонаследии. И стали, дворцовая аристократия стала бороться за власть с помощью заговоров и гвардии. И вот в этот период одним из правителей была Анна Иоанновна. О ней мы поговорим подробно позже. А сейчас о ее фаворите Бероне. Берон как раз-таки фактически управлял страной при Анне Иоанновне. У власти были очень много иностранцев. Они разворовывали страну, не особо заботились о проблемах населения. И вот период вот этого безобразия в истории стал называться Бероновщиной.